В этом году в Казанском федеральном университете на базе Центра французского языка открыли Центр романских языков. Начало занятий уже 1 октября. В конце курса выдается сертификат о пройденном курсе и указывается уровень, который вы получили. А1, А2, указывается есть уровень. Есть возможность повышения квалификации. Есть возможность, да, повышения квалификации. Несмотря на то, что призванным языком международного общения сегодня является английский, французский не торопится уступать ему свои позиции, ведь на нем разговаривают не только во Франции, но еще во многих государствах мира. Кроме того, традиционно это язык дипломатии. Испанский язык становится все более распространенным, даже в англоговорящих странах. Существует программа студенческого обмена, например, во Франции университет Теналько, между нашим университетом, Казанским федеральным университетом и университетом во Франции существует программа студенческого обмена. Аурелия Сташкова, Владислав Михневский, Универньюз.